В Германии повышены меры безопасности в преддверии традиционных карнавалов. Все боятся повторения событий новогодних дней, когда сотни женщин заявили о домогательствах со стороны мигрантов. Сейчас на немецких улицах дополнительные патрули, а приезжим раздают памятки на арабском, в которых объясняют, что такое карнавал. Однако граждане Германии, очевидно, в силы правоохранителей не верят и скупают средства самозащиты. Между тем, в Европейском агентстве по безопасности внешних границ заявили, мигрантов будет еще больше. В этом году только через Турцию прибудет около миллиона человек. Европа обязалась выделить Анкаре 3 миллиарда евро в обмен на обещание уменьшить этот поток. Но, как пишет немецкая Die Welt, Турция неожиданно потребовала увеличить сумму до 5 миллиардов и хочет большей свободы в распределении средств. ЕС же указывает на то, что ситуация на турецких границах не изменилась. Анкара пока прилагает недостаточно усилий для сокращения потока мигрантов. Турция не должна делать бизнес для нелегальных перевозчиков настолько легким. Это организованная преступность, и турецкая полиция обязана и имеет возможности для того, чтобы положить конец их деятельности. Тем временем власти Германии выработали список мер, которые должны помочь снизить поток тех, кто ищет убежище. Так, Марокко, Алжир и Тунис решено считать безопасными странами, поэтому статус беженца их гражданам получить будет крайне сложно. А кроме того, увеличен срок воссоединения семей. Теперь перевести в Германию родственников мигранты смогут не раньше, чем через 2 года.